Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал АМаркет, оставляйте ваши вопросы, если они есть, в секции с комментариями, и не забывайте ставить лайки. Сегодня, друзья, мы можем точно говорить, что все рынки открыты, все трейдеры на финансовых рынках, мы продолжаем работать в нормальных условиях, ликвидности, как и всегда, на высоких уровнях, поэтому готовимся к правильной, оправданной, логичной реакции на фундаментальный фон без каких-либо рисков, связанных с низкой ликвидностью, как это было в конце прошлой недели и в начале этой из-за пасхальных праздников. Сегодня на повестке экономического календаря среди важных релизов можно было выделить только лишь решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Решение было принято фактически несколько минут назад, и сегодня мы поговорим, опять же, о его последствиях для австралийского доллара. Сегодня, кстати, хочу порекомендовать вам рассмотреть австралийца с позиции покупок. И до конца торговой сессии, если ориентироваться на московское время, в 23:30 еще будет доклад по запасам нефти от Американского института нефти. Ну, давайте перейдем на этой ноте к тому, что происходит с нефтянкой. Brent 62.60. Я по-прежнему рассматриваю этот актив с позиции покупок и считаю, что у Brent все-таки есть очень хорошая возможность восстановиться к прежним локальным максимумам, которые мы видели несколько недель назад. Это гораздо выше 65, это даже поближе к отметке $70 за баррель. Ранее и, собственно, в понедельник и на прошлой неделе мы разбирали с вами итоги прошедшего заседания ОПЕК, в ходе которого страны, участники ближневосточного картеля, согласовали все-таки увеличение нефтедобычи в период с апреля по, точнее, с мая по июль. Но сам факт того, что рост был не таким значительным, как теоретически мог бы оказаться, и оппозиция ОПЕК, в принципе, является очень осторожной, адаптивной. Не забывайте про комментарии о том, что ключевые нефтедобывающие регионы готовы пересмотреть уровень нефтедобычи, если ситуация с экономическим ростом мировой экономики начнет ухудшаться. В том случае, если реализуется самый, наверное, печальный, самый плохой и негативный сценарий, который сейчас может реализоваться, это когда третья волна ковида полностью накроет всю мировую экономику. Я думаю, что этого уже не произойдет, поэтому верю в то, что обороты восстановления мировой экономики будут расти, и верю в то, что спрос также будет постепенно повышаться. Мне кажется, что само решение стран ОПЕК, которые видят прекрасно все, что происходит в еврозоне, они ведь работают с таким же новостным фоном, как и мы, знают все вот эти прецеденты, новые очаги, где распространяется инфекция, взвешивают все за и против. Если решением было все-таки начать постепенное увеличение производства, значит, страны ОПЕК, так же, как и я, и многие оптимисты, верят, что, скорее всего, спрос будет расти быстрее. И под этот спрос нужно начинать уже предлагать доп. Поставки и увеличивать предложение. Мою позицию, друзья, вы знаете, я ее неоднократно озвучивал, это рост нефти выше $65 за баррель. Американская валюта, индекс доллара 92.64. Мы развернулись, друзья, снова. И надо, наверное, потише это сказать, чтобы не накаркать. Потому что вместе со снижением курса доллара начинают снижаться доходность американских облигаций. Сейчас десятилетки торгуются на отметке 1.68%. Причем вчера вышел очень сильный отчет по сфере услуг ISM, который оказался, друзья, на историческом максимуме 63.7 с 55.3. То есть следом за сильнейшим Non-Farm Payrolls вышел сильный отчет по сфере услуг. Американская экономика, развитый рынок сферы услуг имеет очень большое значение и серьезный вклад генерирует в общий показатель ВВП. Общий фундаментальный фон, макроэкономический, сейчас, ну, действительно, не будем юлить, сигнализирует о том, что американская экономика ускорила темпы своего роста. И происходит это за счет того, что снижается количество заболевших и увеличивается количество тех людей, которые получают вакцину. Тем более, что компания по вакцинации, которая сейчас является самой эталонной
во всей мировой экономике будет продолжаться дальше с еще более бешеными темпами. Как мы помним, одно из последних обещаний Байдена в рамках этого месяца — создать условия, при которых каждый американец сможет получить вакцину, потому что штабы по вакцинации будут развернуты в радиусе 5 километров от каждого из них. Но минимум 90% населения получит эту вакцину, поэтому я очень рассчитываю на то, что американская экономика все-таки не столкнется с третьей волной. Будет тянуть на себе бремя или уж, не знаю, будет гордиться тем, что тащит всю мировую экономику. И в этой связи, друзья, как и раньше я говорил, что если мы видим рост в США, если мы проецируем его на рост мировой экономики, я не вижу причин, чтобы сейчас тотально работать с защитными инструментами и, в частности, покупать американскую валюту. Короткие позиции в приоритете, тем более, что рост активности ISM в сфере услуг — это еще один индикатор, свидетельствующий о том, что инфляция может скакнуть серьезнее, чем прогнозировали эксперты. И при этом раскладе, на этом фоне, у доллара будет еще меньше шансов на восстановление. А вот золото растет, 1734. И здесь и снижение доходности трежерис, и рост инфляционных ожиданий. Цель — ближайшие 1750. Американский фондовый рынок, друзья, фондовый рынок S&P, кстати, практически добрался до 4100 пунктов. Но я не расстроен то, что я вышел из сделки, и всех денег не заработаешь. Был еще NASDAQ. И, друзья, NASDAQ — 13578 пунктов, то есть мы добрались до нашей цели и по этому индексу. То есть еще одна классная профитная сделка. Пока что лично я оставил в покое американскую фонду. Может быть, будет коррекция, там посмотрю на уровне потенциального перезахода в рынок. Но если вы еще в позициях и не ориентируетесь, опять же, на мою торговую активность, я думаю, что американская фонда будет как локомотив переть дальше на новые и новые максимумы. Но я пока без сделок. Австралиец против доллара — 0.7645. Решение по ставке несколько часов назад, точнее несколько минут назад, без изменений. Программа количественного смещения без изменений. Прогнозы слегка улучшены, ну, оно и понятно. Если ориентироваться даже на уровень безработицы, он снизится с 7,5% до 5,8%. И, конечно же, в Австралии верят то, что экономические условия будут и дальше только лишь улучшаться. Параметры денежно-кредитной политики не изменили по той причине, что еще не достигнуты цели ни по инфляции, ни по уровню занятости. В целом реакция рынка позитивная на решение по ставке и сопроводительные заявления. Ждем 0.77 и выше. Европейская валюта против доллара. Здесь короткая позиция пока в приоритете из-за ковидных рисков в еврозоне. А после того, как Франция в минувшую субботу продлила общенациональный карантин сроком на один месяц, были пересмотрены прогнозы экономического роста на 2021 год, и они ухудшены. Ожидается теперь рост не на 6%, на 5%. Причем напомню, друзья, что еще в начале этого года были прогнозы выше, в районе 7,5%. Посмотрите, как траектория, насколько она очевидна, снижение. Мне кажется, 5% — это очень оптимистично. И при текущих ковидных ограничениях французской экономики вряд ли стоит рассчитывать на прирост больше, чем на 4%. Я думаю, что вот на эти цифры мы в итоге будем ориентироваться и по факту именно их и увидим. Не спешите пока что продавать, точнее покупать евро. Если будут условия дополнительные, созданные для этого, например, если сильно доллар провалится в ближайшие дни, тогда мы пересмотрим свое отношение к евро, но пока короткая позиция остается в качестве основной. А по фунту продолжаем расти, друзья, и зарабатывать. 1.3903, цель 1.40. Минимальное количество заболевших за последние полгода и обещание властей с 12 апреля начать послаблять карантинные ограничения. Это вдохновило инвесторов и привело к росту британского актива. Этот рост, как тенденция, сохранится. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание и хорошей вам торговой сессии.